В общем, так, обстановочка гадская. Воплотились и Кинг, и Стругацкий. А покуда мне делать нечего, я имею сказать человечеству. Разбирал я на днях антресоли, среди пыли разной и моли, отыскал свои детские ласты из светло-зеленой пластмассы. И тут же меня окатило. Как копейки когда-то копил я, как мечтал я плыть ихтиандром и сокровища добывать, и на острове жарком и мангровом выживать, а потом воевать со всяким козлом и уродом за честь и любовь и свободу. Я мечты почти воплотил, накопил и ласты купил, но не знал я, что детские ласты состоят целиком из пластмассы, а пластмасса в воде плохо гнется, и на ноге больно трется, и сорваться ласты норовят, и цена им рубль 35. То ли дело из резины эластичные, но висят те ласты в магазине симпатичные. 10 рубликов цена запредельная, 1000 лет не накопить таких денег мне. Я в своих зеленых ластах опозорился, кинул ласты в антресоль и успокоился. Вот идет денек 10 карантина, и все ярче дивная картина. Жжет горяч песочек, небо синее, рядом ласты лежат резиновые, а в придачу к ним и трубка, и маска, и сокровища, и прочая сказка. Надо только ласты не склеить, а копить, надеяться и верить. Продолжим, наверное, ну и на этом закончим, да? Вот я как раз упор сделаю не на своих стихах, да, а на разных других, да, но начну с истории, которая все-таки имеет косвенное отношение к Шалабову, да, тоже. Как-то раз мне попалась газета «Владимирский листок» за июнь 2018 года. Я не стал ничего придумывать, я просто довольно складно изложил текст публикации этой газеты. Потому что ни одной выдуманной детали здесь нет. 1618 год, лето, Пацис, Соловьев и Пуль. Свежевышедшая газета «Владимирский листок» за июль. Сначала киноафиша, газетная требуха, кинороман слаще яда, трагедия незадачливого жениха. Не муж, а просто ангел, комедия. Далее, сильная драма в 5 частях, сердце в вакханалии. После сеанса артист-трансформатор Задальский и певица Беляева. Электротеатр «Ренессанс», название класс. Гастроли Александринки, спешите увидеть власть тьмы, покойного графа, который смущал умы. Бенефис Антимонова сыграет Луку в «На дне», актуально прямо о нашем дне. Призыв из Ленштаба, холера идет на нас, не пейте, товарищи, воду сырую и квас. Эпидемия нынче, та же, считай, измена, сеет разруху поэтов наших езд, отмена рукопожатий. Строгая гигиена, все на прививке, да здравствует Красный Крест. Военное положение, становится горячо, бывшим всем офицерам встать на учет. В Ярославле бои, там последние дни мятежа, чехи с белыми прут над советским Уралом кружа. Расстрелян Романов, как стало еще известно, семья эвакуирована в надежное место. Мирные переговоры с Украиной. Новости этого часа. Все говорят про уступки, но ВОСТа и ныне там. Решается судьба Таганрога и Донбасса. На слете кадетов выступит М. Мандельштам. Финляндия станет монархией. Хотя и не все довольны, решение окончательное обжалованию не подлежит. В мире царит хаос, испанка, войны. Все друг на друга точат зубы, ножи. Французы бьют немцев на Марне, немцы дышат едва. Их наступление сорвано, Западный фронт в агонии. Они теряют Китай, океанские острова, возмущены действиями Японии. Жизнь за жизнь, зуб за зуб, око у нас за око. К
Каждый день бойни новых плодит врагов. Кровью окрасилась желтая пыль Марокко. Арабо-испанский конфликт выходит из берегов. Снова местные новости. В честь национального праздника все идут и идут поздравления Нулансу в адрес посольства Франции. Детское утро. Открытие детсада Тарбут. Приглашаем родителей и членов сионистской организации. Вновь к нам в Кавказ заедут. Сукна идут и шелк. Роскоснейший выбор. От изобилия шок. Свободные курсы для взрослых обоего пола. Гимназия Новицкой на Власева 6. Гимназия Марковой. Курсы Горохова. Чулочно-вязальная школа. Не перечесть. Страницы пестрят объявления от докторов. Давыдов, Левицкий, Друзкин, Левина и Серсон. Следи за здоровьем и будешь всегда здоров. Будет и дух здоров твой, и крепок сон. Бенозол. Радикальное средство от гонореи. Большие гуляния. Испытай судьбу. Прими участие в лотерее. Поглазей на классическую борьбу. На лошадок и танцы. Работать будет буфет. И специально для вас известный артист Сокольский исполнит свои куплеты. Не куплеты, экстаз. Мир перевернут, и быт возникает старый. Словно аукцион перед тобой базар. Ряд керосиновых ламп, лодка, гармонь, гитара, марки и сапоги, книги и самовар. Распродается мебель, трюмо, кровати. Мимо плывут зеркало, шкаф, рояль, чей-то велосипед, чьи-то картины, платья. И все исчезает, все улетает вдаль. И когда все уходит, все смолкает в тебе уже, отчаянный голос оттуда достигает твоих ушей. Добрые люди, помогите, умирая от голода, больная вдова акцизного чиновника к физическому труду не способна, не имея родственников и средств к существованию. Помогите, чем можете, деньгами, продуктами или старым платьем, за пожертвование могу приходить. Мой адрес: Калачная улица, дом 12, Гусева, квартира 6, Софьи Пивоваровой. Вот, на улице Калачной, нынешней Гоголя, жила такая Софья Пивоварова. Кстати, тот самый дом, в котором жил Бердяев. Вот мы теперь знаем еще фамилию жилицы этого дома, да? Вот. Несколько объединяющих, так сказать, этого Варлама Тихоновича Таня. Кто мы? Служители созвучия. Бродячие рифмы, пастухи. Для нас и жизнь лишь только случай покрепче выстроить стихи. Чтоб облако овечье стадо паслось покорно на глазах. Чтоб не могло сломать ограду и скрыться где-нибудь в лесах. И что мне ветер, что погода, и то, что буря так близка, когда спустились с небосвода почти ручные облака. Какое-то количество стихов поэтов той эпохи, да? Вот интересная перекличка Ходосевича Асеев, стихи одного года, да, Ходосевич. Помню куртки из пахучей кожи и цинготный запах изо ртов, а и богу были мы похожи на хороших, честных моряков. Голодали, мерзли, оборолись, и к чему ты повернул назад? То ли бы пробрались бы на полюс, то ли бы пошли погреться в ад. Ну и съели бы одного другого, кто бы это видел сквозь туман. А теперь, как вспомнишь, злое слово хочется сказать. Эх, капитан, повернули, да осволочились. Нанялись работать на купца, даже и не очень откормились. Только так по прибыли с лица. Выползли на берег точно крабы, разве так пристало моряку? Потроши вот как на кухне бабы глупую вонючую треску. А купец-то нами помыкает, плох сурок, коли попал в капкан, и тебя не больно уважает, и на нас плюет. Эх, капитан, самому тебе одно осталось: греть бока, да разводить котят. Поглядишь, такая провожалость, и к чему ты повернул назад? В том же году у Асеева: стройтесь над бортами, комсомольцы, капитан, когда же курс левее, к
берегам еще безвестной пользы, где стальной играет соловей. Капитан, сказал я, год от года все яснее пламенеет мир. Если мы еще прибавим ходу, скоро ли нам засветится Каир? Нет, не тот резной и раскаленный с тонким полумесяцем вверху, что, зайдя за океан зеленый, прежнему суетовал мерку. Вы подошвой выворчили кубрик, сидя лучше слушать, вот скамья, красный интернационал республик, вот кого зову Каиром я. Если мы его теперь не сыщем, не увидим четкий берег в явь, что нам ждать измученным и нищим, новым светом навек засияв? Вот, очень похоже, что он Михаил, да? Да. 23-й год. Значит, Ходосевич уже из эмиграции. Ходосевич в эмиграции, Асеев здесь, но вот одновременно появляется вот такая параллель как с капитаном, да, вот, который фигурирует и там, и здесь. Так. Тоже очень важный автор, упоминаемый Шаламовым, да, Леонид Мартынов. Кстати, есть, вот, есть стихотворение 21-го года, которое потрясающе подходит на бульваре Бочкова, который у нас висит внизу вот на нашей выставке. Вот просто вот иллюстрация. Да. В общем-то, стихи вот здесь еще достаточно слабые. То есть здесь Блок чувствуется, Гумилев чувствуется, да, то есть, ну, мальчик почитанный был. Вот. Но мальчику 16 лет. Вот он пишет. Провинциальный бульвар. Провинциальный бульвар, извозчики балагурят. Люди проходят, восстав от сна. Так и бывает, проходит буря, и наступает тишина. Что из того, что так недавно стыли на стенах кровь и мозг? Толстые люди проходят плавно через бульвар, где истлел киоск. Что из того, что разрушенных зданий ясные бреши на восток? Кончились дни восстаний, члена вредительства и тревог. И только один, а не бывалом, крича в истрепанных башмаках, мечется бедный поэт по вокзалу, свой чемоданчик мотая в руках. Вот последние четыре стиха, а вот просто вот понятно, что взято просто вот из Блока там вытащено, да, то есть. Вот прекрасное стихотворение того же автора Леонида Мартынова, 20-е годы, которое тоже, в общем-то, ну, приближает нас к пониманию той эпохи, да. Помню 20-е годы, их телефонные ручки, их телеграфные коды, проволочные колючки. Помню недвижные лифты в неотопляемых зданиях и бледноватые шрифты в огненно-пылких изданиях. Помню и эти газеты, помню и эти плакаты, помню и эти рассветы, помню и эти закаты. Помню китайскую стену и конструктивную сцену, мудность прудов патриарших, мудрость товарищей старших. Помню фанерные крылья и богатырские шлемы. Помню фильмы, что были немы и вовсе не немы. Помню я лестниц скрипучесть, электричество тления. Помню я буйную участь нашего поколения. Вот. Мартынов 5-го года, ну, Шаламов 7-го, то есть поколение одно и то же, да, у нас идет. Очень характерное стихотворение тоже для воздуха, настроения тех лет, Николай Тихонов, да. Мы разучились нищим подавать, дышать над морем высотой соленой, встречать зарю и в лавках покупать за медный мусор золото лимонов. Случайно к нам заходят корабли, и рейсы груз проносят по привычке. Пересчитай людей моей земли, и сколько мертвых встанет в перекличке. Но всем торжественно пренебрежем, нож сломанный в работе не годится. Но этим черным сломанным ножом разрезаны бессмертные страницы. И еще потрясающе совершенно тоже его же. Крутили мельниц диких жернова, мастили гать, гоняли гурт овечий, кусала ноги ржавая трава,
ломала вьюга мертвой хваткой плечи. Мы кольца растеряли, не даря, и песни раскидали по безлюдью. Над молодостью медная заря, над старостью, но старости не будет. Ну и еще одно тоже его программное стихотворение, «Баллада о гвоздях». Спокойно трубку докурил до конца, спокойно улыбку стер с лица. Команда во фронт, офицеры вперед, сухими шагами командир идет. И слова снова равняются в полный рост. С якоря 8, курс ост. У кого жена, дети, брат, пишите. Мы не придем назад. Зато будет знатный кегельбан. И старший в ответ: есть капитан. А самый дерзкий и молодой смотрел на солнце над водой. Не все ли равно, сказал он, где? Еще спокойнее лежать в воде. Адмиральским ушам простукал рассвет. Приказ исполнен, спасенных нет. Гвоздик делать из этих людей. Крепче не было в мире гвоздей. Вот, ну, собственно, можно было вот стихотворение Мартынова про буйную участь моего поколения, да, как бы завершать, да, но еще один ровесник Шаламова, чей старший брат тоже погиб во время гражданской войны и так далее, кто писал ему потом рекомендацию в Союз писателей, да, Арсений Тарковский, да. Я из жизни просто один кусочек выбрал, как мне кажется, такой один из центральных творчеств Тарковского, да. Предчувствием не верю, и примет я не боюсь. Ни клеветы, ни яда я не бегу. На свете смерти нет. Бессмертны все, бессмертно все. Не надо бояться смерти ни в 17 лет, ни в 70. Есть только явь и свет. Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. Мы все уже на берегу морском, а я из тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертие косяком. Вот, наверное, все, что я, собственно, хотел сказать перед тем, как... А, нет, я еще хотел прочитать стихотворение Бориса Непеева. Да. Ну, Борис Непеев, понятно, это приятель Шаламова, да, по Вологде. Отец его крестил Шаламова в церкви Константина и Елены. Вот. Вот удивительный какой-то привкус поэзии 20-х годов очень многих поэтов, которые, ну, там вот в пределах 5-го, там, 4-го, 7-го года, вот как будто бы некий воздух, который они впитали, и это как-то ранит их стихи, да. В общем-то, обозначено стихотворение как шутка, но вот в Вологде появилось автобусное движение. Это 1 февраля 27-го года. Автобус. На знакомых переулках незнакомые гудки. Ездит желтая шкатулка от вокзала до реки. Шины мягкие, без шума, режут уличную глубь. Остановится подумать на минутку на углу. И опять пойдет в развалку крепким кузовом кичась. Или колес тебе не жалко, мостовые вслед кричат. А в ответ гудок смешливый: ну-ка, ну-ка, дай пройти. Эй, неладно, пролегли вы вологодские пути. И у многих от волнения дрогнут радостно сердца. Третий способ сообщения, кроме ног, да из возца. Ну и просто уже в качестве совсем финала. Сейчас прочитаю такой стишок, да? Чтобы поднять немножко настроение, да, тоже. Как говорил Лукич, в финале нужен свет. Оставь в конце ты место для мажора. Но как же быть, раз слов мажорных нет, а есть лишь рыбий жир, буржуй, обжора. Цыпленок жареный бежит, как на пожар. Он на расхват, его влечет жадоба. Успеть отжать, сожрать свой гонорар и унести с собой за крышку гроба.
Но майский жук мне в ухо прожужжит, и жужжит оживших вереницы, и воробей по кличке Вечный Жит в мое окошко утром постучится. И хочется смеяться мне и петь, и сдаться жизни снова на поруки, когда она вовсю имеет смерть, назло врагу и вопреки науке. Спасибо. Вот, а я приглашаю замечательную Надцу Сучкову, да, которая у вас вот... Спасибо, Андрей. Да больше, наверное. У нас особо никто, по-моему, не дает следующее мероприятие. Очень скоро. Ну, я в качестве эпиграфа своему выступлению все-таки прочитаю сначала стихотворение Шаламова. Полчаса. А, полчаса, то да. Он не сказал час, а мы уже час перебрали. Хорошо. Алам Шаламов. Говорят, мы мелко пашем, оступаясь и скользя, на природной почве нашей глубже и пахать нельзя. Мы ведь пашем на погосте, разрыхляем верхний слой. Мы задеть боимся кости, чуть прикрытые землей. Собственно, в Вологде вообще, мне кажется, поэту, ну, творческой личности очень сложно, потому что вот этот вот слой культурный, на котором мы стоим, да, вот эти вот кости родные, да, которые вот очень-очень близко, все очень близко. По этой улице ходил Рубцов, на Соборную горку зайдешь, тут Шаламов, да, там Батюшков, птичка Батюшков нам свистнет и так далее, да, то есть ты прям ощущаешь физически, ну, не знаю, ответственность, наверное, какую-то, что ли, да, поэтому здесь должна быть какая-то изрядная доля смелости такая у человека, который берется, ну, что-то вот в слове художественном донести, наверное, да. Ну, а что до переклички, замечательно, Андрей, особенно первый текст, ну, это просто, понимаете, меняются реалии, мир вокруг нас усложняется, внешние какие-то вещи меняются, но сущность человека неизменна, к сожалению, или к счастью, да, потому что в человеке, как всегда, намешано все, и самое плохое, и самое хорошее, и самое темное, и самое светлое. Вот, поэтому я вообще думала, что вот как с Павлом получится, что у меня никаких пересечений, казалось бы, с Шаламовым нет, а открыла книжку «Страна» и поняла, что вообще мне не нужно даже ничего выбирать, как-то так вот получилось, что не нужно даже ничего отдельно выбирать, потому что, что удивительно, потому что Шаламов не сказать, что близкий мне автор, да, если там вот Пушкин из «Хохота и радости», Шаламов все-таки... тяжелый, да, ну прямо скажем, трагичный, может быть даже в чем-то из ненависти, может быть даже в чем-то вот такое преодоление. Но вот так получается, что да, видимо, вот эти вот, вот эти вот этот дышит земля, и никак невозможно иначе. Ну, собственно, я, как Андрей, я не подготовилась, я поэтому себя прочитаю, но тем не менее. На привокзальной плац парадной, среди линялых и помятых, сидит поэт. Второго ряда, в ряду четвертом или пятом, чем пистолет ему заряжен, чтобы проснуться без усилий на белом облаке лебяжьем, с чудесным паркером гусиным на облаке, а не в холщовом, футболке выцветшей отцовой, неужто косточкой вишневой, неужто пулькой веденцовой, гудит пером, идет подсадка, собаки рвутся с поводков, сидят на корточках ребятки, им далеко до облаков. Ночь холодна, и небо синее. Закрой глаза, гадай по книге. Все на полшага отступили, и он на корточках великий. Ну, далеко, такое сбиваться начинает. На башенном экране написано «Ржев». Два ангела в шлепках, в исподнем, не видно прилипнув к стеклу, приржавев, что в облаке их происходит. Товарищ начальник, болит голова, да перышко ватник промок. Какая погода, какая страна, какое столетие, милок. К ребру батареи приклеен носок, футболки на шконке навалом и серого неба колючий кусок, подоткнутый, как одеяло.
Хорошо бы сладко спать, не бояться мертвых в старом бабкином халате на грудях протертом, никого не узнавать и точно знать, наверное, в новом матушкином платье, что твоя царевна в одеяльце тонкой байки спать, да спать укрывшись в тядькиной линялой майке, слопнувшей под мышкой. Хорошо да сладко спать и знать, что смерти нету, пусть толпятся у кровати, согревают светом, но они кровать качают, одеялку тянут, свет рассветный излучают, ждут, когда я встану. Встану, встану, дорогие, наведу порядок, прополоть приду могилок сумрачные грядки. Вы теперь опять далече, оттого тихая, улыбнусь лишь, как замечу, бабочку жуками. Плачет виноватка, жизнь на волоске, прохудилась пятка на одном носке. Деточки в носочках, мамины грехи, папины ли дочки, сукины ли сынки, холодно ли жарко, табачок ли мед, за прилавком парка нитки продает, чтобы так же сладко плакалось и мне, спрячу виноватку, штопала в носке. Как круглей всего земля севера, как наелись и теля к леверу, не мычат, а голосят, ухают точно в каждом спорося облако. Бабы ахали себе в подойники, за техников зовя и угодников. Ну, а к вечеру пришел недотыканка, проколол пузателем вилкою, колыхались по задворкам простыни, выходил дух звонким шипом посвистом. И стоят теперь теля на лугу, каждый с дырочкой в левом боку. Живут на угоре два брата, живут ничего не надо, от одной матери до от разных отцов, каждый чужого отца лицом. Младший красавец, старший бугай, один светленький, другой темненький. Одного мать назвала Николай, а второго Николенька. Поднесла паспортистке, чтоб не кричала, так как каждому из отцов обещала. Месяц светит над трубой и трубой, дом у них добротный, красивый, у Николеньки забор голубой, а у Николая синий. На чужое добро не зарятся, да и пропута в чужом-то в нем. У Николеньки жена красавица, ну, а Николай бобылен. Вот выходят они на собачий лай, каждый от своей браги пьян. Но здорово тебе, брат Николай, и тебе не кашлять, Колян. Так вот окрестила их мать, ничего про святцы не зная, не из чего тут выбирать. Сам заступник за тебя выбирает. А сейчас повяжет платок, и дрожит травинка суха, вспомнит в середу и в пяток, ни один не пил молока. Старый фельдшер, дух упокой, бороденку блеял, свят, свят, и махнул на девку рукой. В пост твои младенцы дурят. Младенцы выросли вот, провожать ее к праотцам. Николай стоит у ворот, и Николенька у крыльца. Дайте, девочки, воду мне. Так про пойца говорил. Это мир его придумал, или сам он мир родил? Во приемном покое и тепло, и благодать, да еще болит такое, что не стыдно показать. Девочки, парят сестрички, спинами белеют, или это с непривычки свет в конце тоннеля? Интересно, девки пляшут, фельдшерица шила тонко. Ну так что там нараспашку? Так, всего лишь рубашонка. Дыша духами и туманами, одеколоном шипа, без сдачи нам. Здесь называют ресторанами, уборные, чуть отстоящие от домиков кривых, потерянных, но крепких дедовых, приземистых, где сотни лет идет по телеку. Прекрасная, давай поженимся, где прямо шел, так и заблудишься, а чуть свернул, все ясно стало, где разливают шипр по блюдечкам за неимением бокалов. И тот альбом, где все покойники отдельно сложены, припрятан, и кролики, и с глазами кролик, и скрепок смотрят аккуратно. Притормози слегка, раскручивая глобус. Вот море, вот река, полей кривой отрез. Старухи едут в рай, набились в автобус. Водитель ждет старух, кондуктор ждет чудес. Прекрасно и легко все в этой мизансцене. Их лица не видны, но пестро от платков. И выцвела давно вторая часть райцентра. Старухи едут в рай, не очень далеко. И он спешит туда в засаленной спецовке с нехитрым барахлом на собственном горбу. Оставь его стоять на этой остановке. Он постоит, и ему не скучно от дома.
Он постоит, еще его надолго хватит. Пусть держится на нем вот этот край небес. Пришли за ним потом воздушный самокатик. Или заставь идти на лыжах через лес. Первый муж Василий и второй Василий. Первый нелюбимый, а второй, ох, сильно. Васька окаянный, Вася золотой. Не додержал первый, помер и второй. Ноги-то не ходят, ты уж отнеси свечку на медовую. Вася и Васи сунула бумажку и конфет дешевый. Да не дешевых, да не перепутай, это за второго. Царствие небесного Вася попроси, ходит почтальонша по Святой Руси. Да не перепутай, ну уж чай не дура, в первый раз как будто, что ты, баба Шура? Тут тебе не почта, аккуратно надо. Ну как перепутаешь, Люся, адресата. И всю ночь бродила, чаю напилась. Ох, Васю-то милый. Ах, скотина Вася. Наверху земного шара, в самой чаще хвойника, Вера и овчарка Шао с парой раскомойников. Здесь в лесу и то измена, внутренне не дремлет враг. Ни во что не верит Вера, только в преданных собак. И народцы, страстотерпцы, поселенцы вечные, но ее большое сердце точно блюдце в трещинах. Мы с собакой околели, вечность с вами возимся. Флору снега по колено, лавру выше пояса. Руки, ноги целы вроде, шевелись, архаровцы. Жизнь на свете происходит дальше, чем в Захаровском. И они придут устало, те и эти, наши. Вера и овчарка Шао с парой доходяжек. Лес в подпалинах пожара и кровит под лапами. Наверху земного шара голубая маковка. Что дальше Вологды, ребята? Архангельск, Котлас, Воркута? В какой карман захочет спрятать тебя, красавица страна? Что дальше Вологды, касатики? Так Воркута же есть, браток, из мандельштамовского ватника, из пастернаковских сапог. Вытряхивай свою убогую и понимай, что вырос ты из фрака, из шинели Гоголя, из Петербурга, из Москвы. Вот и последнее. Страна, как называется страна. Вот моя страна, флисовая кофта, серые дома, розовый и желтый. Из окна слова, песенка и, в общем, грустная она. А другой не хочешь. Вот реки волна, флисовая складка, горькая трава, а на сгибе сладко. За рекой дома, за домами снова. Сторона страна, ничего такого. Спасибо. Ну что, я думаю, что кто пришел, тот не был разочарован. По-моему, у вас действительно неплохо получилось, потому что довольно качественно, да, все и хорошо. Спасибо. Вы с Фарахолов, молодцы. Спасибо вам большое. Я про что и говорю. Это вот единственная наша одна из задач, вот, знакомить людей, что вот, есть тут нацичку, есть пашство. Вот. Не с Андреем. Очень много хорошего, да. И без специальной такой погодки люди просто не прочитают. А кто их прочитает и поразится, я вот, например, я тоже просто добавлю один маленький стишок. Несколько лет назад наткнулся на совершенно неизвестного мне поэта Глеба Михайлова. Ну, ты знаешь, нет? Из Казани. Вот. Ну, мы с тех пор. Знаю. Я думала, опять какой-то из 20-х годов. Нет, давно залип. Здесь все близко. Просто пока она читала, мне показалось, что созвучно вот этот стих. Это один из моих любимых поэтов. Глеб Михалев, Казань. Смятку робкое дыхание, и заря-заря. Говори со мной стихами, даже если зря. Даже если все напрасно, глупо и умрет. Спой мне песню, как синица, спой мне песню, как девица. Все вот это вот, словно тянется за словом, слово тянется за словом, как его предашь? В черной темноте над логом вздрагивает одиноко белая звезда. Потрясающий поэт, найдите его просто вот в ВКонтакте, да, хотя бы, да, то есть.
На мой взгляд, один из лучших, да, на сегодняшний день пишущих. А вообще поэтов прекрасно очень много. То есть, когда говорят о кризисе там, поэзии, то люди просто совершенно не в курсе того, что происходит. Вот, ориентируясь по вот этим фестивалям, который сейчас идет в Вологде, считаю, что это и есть современная поэзия. Нет, друзья мои, поэзия никуда не делась, она прекрасно себя чувствует. Просто она, ну, не выставляется на показ, может быть, это и не надо ее выставлять никуда. Время стадионов прошло, да. Вот. Все, спасибо всем. Нужно от имени организатора все-таки сказать еще пару слов. Я хочу поблагодарить участников за то, что они согласились прийти к нам на фестиваль «4 Вологда» и продолжить участие в наших мероприятиях сегодня и завтра. Сегодня, кстати, вечером у нас в Камерном театре спектакль Яны Лихотиной «Поэт», и если вы желаете, то можно еще, наверное, приобрести билет. Да? Ну и на память участникам нашей переклички, о которой мы давно мечтали, да, мы планировали что-то подобное вот все это время, и, наверное, символично, что именно в рамках фестиваля 4 Вологда состоялась первая такая встреча, перекличка. Мы хотим на память участников благодарить наши календари. Год шалам, 24-й год, чтобы вы нас...